Дамы и господа, под ваши аплодисменты. Под ваши аплодисменты представляю вам соперников. Let me present you fighters. Fighter in the blue corner from Osaka, Japan. He is 37 years old, 170 centimeters tall, and weighing in 71 kilograms. Fight Club Tomaruki Gym. His professional record: 99 fights, 56 wins, 34 loss and 9 draw. Синего клуба боец из города Осака, Япония. Ему 37 лет. Рост 170 сантиметров, вес 71 килограмм. Представляет бойцовский клуб Tamaruki Gym. Профессиональный рекорд: 99 боев, 56 побед, 34 поражения и 9 ничьи. Встречайте Tomoyuki Nishikawa! Fighter in the red corner from Yekaterinburg, Russia. He is 26 years old, 176 centimeters tall, and weighing 70.35 kilograms. Fight Club Arkhangel Mikhail. His professional record: 7 fight. Город Екатеринбург, ему 26 лет. Рост 176 сантиметров, вес 70 килограммов, 350 граммов. Представляет бойцовский клуб Архангел Михаил. Профессиональный рекорд: 7 боев, 6 побед и 1 поражение. Никита Курбатов. Рефери Алексей Копанев. Fighters, guys, I wish you good luck and fair fight. На 11 лет старше Tomoyuki Nishikawa Никиты Курбатова, на 6 сантиметров ниже и потяжелее, примерно на 650 граммов. Бой начинается. Синие перчатки у нас боец из Японии, Tomoyuki Nishikawa, очень-очень опытный. В красных перчатках Никита Курбатов, весовая категория до 70 килограммов. Это первый бой в данной весовой категории, первый бой вечера в данной весовой категории. Нас в этом весе ожидает еще 3 поединка. Ну что ж, опыт на стороне японца, молодость и амбиции на стороне Никиты Курбатова. Ну, с учетом, что очень приличная разница в возрасте, Никите можно сразу же поддавливать, идти вперед. Хотя это делает японец, на удивление. Да. Ну, он идет вперед без ударов. И вот эти паузы японцу-то как раз на руку, потому что он идет вперед, но работы-то активной нет. Да. У Никиты пока такая суета, скажем так. Но японец, да, он, видимо, рассчитывает на крепость своей... Опа, пропускает сейчас, да. Хороший удар слева Нишикава. И вот здесь ножкой добавлять, и будет вообще все отлично. Такой пока несложный, да, по стилю японец? Да. Ну... Ну, внешне, по крайней мере. Внешне. Я имею в виду манеру. Ну, он просто стоит и трясет головой. Он вообще ничего не делает. Вроде бы и поджимает. Вот смотри. И пропускает. Не контратакует, да, не атакует. Вот он идет, и голова открыта. Бей, не хочу. Ну, что, собственно, и делает Никита Курбатов. Да, да. Я не знаю, зачем у Никиты столько суеты. Я не думаю, что это. А вот подошел поближе японец и, видимо... Видно, что пока удары Никиты на него не производят впечатления, он сам хочет подойти поближе. Может быть, как раз таки. Ну, вот сейчас японец справа махнул так опасно, а Никита, благо, так отвернулся, но он был не закрыт слева. Ну, естественно, пока больше выбросил и донес Никита Курбатов. Опа! Да. Хорошо сейчас справа попадает Курбатов. И еще раз право через руку, но там такое ощущение, что просто так выпрашивал японец эти удары. Японец шагает вот левой ногой вперед, прямо ее выставляет. Надо просто изнутри ее вышибать и все. Не снаружи, а изнутри. Да, только бить надо со всей силы. Вот рукой и сразу же бить. Но японец верит, видимо, в крепость своей челюсти, еще раз говорю, да, то есть все пропущенные удары. Он прогибается назад, а левая нога выставлена вперед.
Немножко не чувствует. Вот хорошо сейчас слева Курбатов. Ну вот наконец Курбатов перестал лишние вот эти движения делать. То есть он чересчур уважал этого японца. Опа, пошла работа. Вот и все, да. И не надо тут никаких с ним лишних движений. Он очень простой. Подойти и врезать, если очень грубо говорить. Как 5 рублей, да. Ну что ж, в одну калитку первый раунд забирает Никита Курбатов. Ну, тут... может быть, он подвигался, продышался, да, чуть-чуть почувствовал ритм. Мне кажется, вот не хватает удара ногой изнутри. Ноги раздвинутся, он потеряет баланс. И вот здесь выпрыгнуть и правым коленом в голову, и все закончится. Но кто знает, возможно, во втором раунде угол Никиты Курбатова прочитает, коллега, твои мысли. И все будет так, как ты предполагал. Мы уже с тобой говорили, любой соперник читается как книга. То есть какие-то рефлексы, то есть он, даже если он не бьет, он делает рефлекторно те движения, над которыми он работал. Поэтому пару раз дернуть его, ложные удары не вкладываться, нанести. И будет видно, каким образом соперник будет действовать, когда будет реальная атака. Исходя из этого, можно выстроить уже атаку и наказать серьезно уже соперника. Онлайн-семинар от моего коллеги, друзья. Продолжаем. У нас второй раунд. Никита Курбатов против Томоюки Нишикавы. Весовая категория до 70 килограммов. Никита Курбатов, Россия. Томоюки Нишикава, Япония. В красных перчатках Никита. В одну калитку практически он забрал первый раунд. Даже мне показалось, в конце раунда болтанул японца. Вот, пожалуйста, лоу-кик под опорную ногу. Но не внутренний, но тем не менее лоу. И точный. И вот он паузы делает. И на Маюке сразу удобно становится боксировать с ним. То есть, когда он работает не быстро... Он успевает, скажем так, скубатурить, успеть ударить, защититься. Пошел в размен японец. Да. Напропускал, но тем не менее воткнул там колено в корпус справа. Да, если бы Никита дальше проталкивал его, продавливал, и колено бы не получилось ударить. Вот, вот. И добавить. Да, обязательно. Потому что он в этот момент теряет из обзора и Никиту, он голову ему стряхнул, и теряет баланс на время. Вот здесь как раз нужно мощное продолжение. Вот опять лоу под опорную ногу. Вот, видишь, опять он аж назад отвалил. А здесь немножко не достает Курбатов. А она была закончить просто слева или ногой в голову, или ногой в дальнюю ногу. Низко, низко, левая рука. Ну, хорошо, а где опять нога? Заканчивать на ногой. Ну, вот здесь напрашивается навстречу правый через руку со стороны Курбатова на самом деле. И, пожалуйста, лоу в бедро от Курбатова. Колено навстречу, короткое. Да. На коротке там было. У нас по кикбоксингу, да, соревнования. Вот боксинг видим, а кика нет. Ну, забыли ребята про ноги. Хотя вот, пожалуйста, хай-кик. Но здесь на месте была рука у Курбатова. Пока что, на мой взгляд, все полностью под контролем у Никиты. Главное не заигрываться здесь. Японец, видно, что не очень искусен в защите. О, пропускай. Правый через руку, то, о чем, как бы, собственно, и была речь, то, что напрашивалось. Ну, раздвинуть ноги изнутри, ударить ему, ножки расставить, и потом можно колено вбить. А тем не менее, японец-то не оставляет попыток поддавливать. Хотя уже пропустил изрядно. И, пожалуйста, ну здесь лоу-кик был, в принципе, точный. А... И снова право через руку. То, что нужно Курбатову. Ну вот надо дорабатывать, да, не спеша дорабатывать. Здесь можно было бы перевести в корпус, на самом деле. Это колено было лишним, мне показалось. Да, он откинулся назад, колено просто бы не дотянулся. Коленом надо бить, когда он наклоняется вперед. А он коленом ударил, когда тут лежал на канатах, поэтому... Ну, друзья, давайте объективно, да, субъективно, тире объективно, еще один раунд в пользу Никиты Курбатова. Да, вообще даже без разговоров. Ну, мне просто интересно, достает японец или нет, ну, исходя из того, что мы увидели, конечно, может быть, всякое, никто ничего не исключает, но по той логике событий, кажется, ну, третий раунд... Ты просто понимаешь, здесь вот как раз
Никита сейчас растет как боец, и он должен уметь. Вот это как раз очень простой соперник, который читается, да? То есть он прогнозируем. И вот сейчас надо просто спрогнозировать и заканчивать уже. То есть не просто доставать сериями, а эти серии надо заканчивать каким-то... Вот. И все, надо было ли слева бить, или справа, когда рука ушла по ребрам. Не заканчивает он вот эти серии. Опять вот сейчас слева то он повернулся и руки опустил. Слева в голову, если бы ударил. Ногой. Мой коллега самый суровый критик, так что... Товарищи боксеры, кикбоксеры, не обижайтесь на критику. А я не критикую. Я шучу. Третий раунд у нас, финальный. Тем более, это ребята вообще для меня очень близкие. Архангел Михаил, это, ну, там мои друзья работают. И Николай Васильевич Клименко, заслуженный тренер России. Мартин, который вот сейчас вывел Никиту. Это мои друзья, товарищи. Поэтому, в общем-то, и... Я думаю, это не столько критика, сколько замечания. Хочется видеть, чтобы наши боксеры, кикбоксеры были сильнее. Хорошо. Отлично. Попадает навстречу справа Курбатов. Но смотрите, остались силы у японского самурая на третий раунд. Он взвинтил темп, он поддавливает и сейчас уже начинает вкладываться в удары. На кураже японец. Да, пропускает, но смотрите, и стал доносить сам уже. И немножечко, да, здесь нужно Никите, возможно, где-то поклинчевать и так погасить атаки японца, который в третьем раунде так очень бодро, кстати, выглядит. Да, ну вот он пошел забирать этот бой, он понимает, что он проиграл полностью два раунда. А Никита чуть-чуть, видно, у него руки стали падать. Закислились мышцы. О, хорошо, снова попадает Курбатов и еще раз навстречу. Да, да, да. Но только вот эти два удара должны быть серии левой и правой. Он ударил левой, через паузу правой. То есть японцу гораздо проще. И смотри, локти как поднялись у японца, когда он руками бьет. И вот здесь как раз надо по ребрам ударить или коленом, или голенью. Продолжает атаковать японский боксер, хотя на контратаках он напропускал уже очень много от Курбатова. Лоу-кик, да, от Никиты. Да. Хотя там нога стоит, нужно ногу проломить просто и все. Но очень много работы на руках, заметь, коллега, да? Да, есть... да, 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 да. Разозлился, да, видно, разозлился японец, концовка раунда. Ну, молодец, он старше, насколько его, он в конце выглядит функционально лучше. Но он, в принципе, в первые-то два раунда, может быть, отчасти и проиграл, потому что не особо много чего делал. Какая разница? По факту, в конечном итоге, он в третьем раунде функционально, именно функционально. Никита выигрывает этот раунд тоже. И еще два боковых, да, голову от Курбатова до цели дошли. А японец только пропустил удара, все равно идет вперед, наносит удары, молодец. Ну где нога-то? Забыл. Да, дорабатывать надо ногами, дорабатывать. Или в бокс переходить. Я, кстати, не исключаю, что у Никиты Курбатова был такой чисто боксерский бэкграунд, судя по всему, по тому, как он бьет. Ну, Никита, по-моему, и по правилам ММА выступает. Ждем решения судей. Уважаемые дамы и господа, итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал in the winner of this fight by unanimous decision Никита Курбатов!
Наши поздравления победителю Никите Курбатову. В общем-то, наверное, никто не сомневался в его победе. И, конечно же, огромное уважение очень стойкому японскому бойцу Томоюки Нишикаве. Хотел спасибо сказать за подготовку Андрею Сергеевичу Кридину и моему тренеру Мартину Водецки. И самое главное, спасибо хотел сказать Игорю Алексеевичу Алтушкину абсолютно за все. Екатеринбург, спасибо, что приходите.